Хасавюрте в зале заседаний глава города Зайнуддин Акмазов провел еженедельное аппаратное совещание актива города. В первую очередь Акмазов отметил, что выборы в городе прошли без каких-либо нарушений и поблагодарил всех ответственных за хорошую организационную работу. Это было основное событие, начиная с подготовки и проведением этого мероприятия. Были задействованы все, и наш аппарат, и наш актив, руководители организации учреждений, депутаты городского собрания. Вот результатом стало, что в тот день все было очень даже на высоком уровне организовано. Из совсем других городов были там какие-то происшествия, ЧП, но здесь все прошло на высочайшем уровне, поэтому я и на ДЖИЛУ попросил, чтобы от моего имени поблагодарил и систему образования, здравоохранения, управление, отдел полиции, все правоохранительные органы, вот эти вот приданные силы поблагодарить. И всех, кто участвовал, вас тоже поблагодарить. Далее присутствующими была заслушана информация о работе с обращениями граждан, поступивших в адрес администрации муниципального образования в 2017 году, которую представила начальник отдела делопроизводства Альбина Кандаурова. Анализ общего количества обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального образования город Хасавюрт за 2017 год, показывает, что в соответствии с аналогичным периодом 2016 года их количество существенно понизилось, то есть на 493 обращения было ниже. В 2017 году было зарегистрировано 1970 обращений, а в 2016 – 2463 обращения. Главой муниципального образования города Хасавюрт рассмотрено 423 обращения. Остальные 1547 обращений были рассмотрены заместителем главы администрации с последующей переадресацией руководителям отделов и управлений, в чьей компетенции находится решение данных вопросов. Далее из них 33 обращения было получено на портал, на электронную почту города, и 2 обращения всего было на портал «Общественный надзор». Что касается правительственных обращений с администрации главы и правительства Республики Дагестан, в администрацию муниципального образования город Хасавюрт поступило 177 обращений. В соответствии с аналогичным периодом 2016 года 132 обращения. Из них 36 рассмотрены с выездом на место, 19 решены положительно, 89 заявителям даны соответствующие разъяснения, 6 заявителям было отказано в связи с недостоверностью изложенного заявления. Из отчета Кандауровой за 2017 год должностными лицами администрации проведено 33 приема граждан согласно утвержденному графику и принято 129 человек, из них более 20 коллективных обращений граждан. Контроль исполнения обращений и писем осуществляется путем предоставления справки напоминания о сроках исполнения управляющему делами администрации и заместителям главы администрации. По итогам выступления деятельность отдела делопроизводства была признана удовлетворительной. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».